Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня приготовим кексы с клубникой. Не забудьте подписаться на канал, а также нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Итак, начнем. Приготовим штрейзель. К 1 столовой ложке сливочного масла комнатной температуры добавляем 2 столовые ложки сахара. Разминаем масло с сахаром вилкой. Добавляем 2 столовые ложки муки высшего сорта. Разминаем вилкой. Убираем штрейзель в холодильник. Приготовим тесто. К 2 яйцам добавляем 80 грамм сахара. Ванилин на кончике чайной ложки. Взбиваем все миксером. Сто грамм сливочного масла достаем из холодильника и даем ему согреться. Добавляем масло к яйцам. Взбиваем все миксером до однородности. К 130 граммам муки высшего сорта добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя теста. Все хорошо перемешиваем. Муку с разрыхлителем просеиваем небольшими порциями к яйцам с маслом. Перемешиваем все миксером. Сто грамм клубники нарезаем крупными кусочками. Форму для выпечки кексов смазываем растительным маслом. В форму выкладываем 1 столовую ложку теста, затем немного клубники, снова 1 столовую ложку теста, клубника, посыпаем штрейзелем. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Достаем кексы из духовки и даем им постоять в форме около 20 минут. Затем подаем. Кексы с клубникой получаются очень сочными, вкусными, ароматными. Готовить их легко и просто. Попробуйте приготовить и вы. Спасибо, что посмотрели видео. Делитесь в комментариях своими впечатлениями. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. И также при желании вы можете поддержать канал финансово. Все ссылки в описании под видео. Всего вам самого доброго!